лучший десерт к чаю – это выпечка, сделанная своими руками. Но чтобы печенье и другая сдоба выглядели аппетитно, хозяйки используют различные формы. Что же делать, если у вас их нет? Конечно же, применять наши советы. Итак, вы решили сделать круассаны. И многие хозяйки жалуются, что не умеют придавать форму тесту. Все просто. Берете две вилки или ложки, обматываете их по спирали лентой из теста, и когда основа круассана испечется, наполняете кремом или сгущенкой. Готовите песочное печенье, раскатайте тесто и обратной стороной любого хрустального стакана придайте форму. Согласитесь, такое печенье и есть приятно. Нет стакана под рукой? Пофантазируйте. Найдите посуду с рифленым дном и им создайте форму печенья. А если в вашей семье есть дети, то применив фантазию в украшении выпечки, можно создать вот такие шедевры. Используйте свои фантазии в приготовлении вкусной выпечки, и чаепитие будет самым вкусным и желанным событием в вашей семье.